В Румынии в преддверии Дня Победы почтили память советских воинов. Торжественные мероприятия прошли в городке Бакео, где находится воинское захоронение. В церемонии приняли участие представители российского посольства, а также Министерства обороны, бойцы местного военного гарнизона и жители города. К мемориалу возложили венки, оркестр исполнил национальные гимны двух стран. Стоит отметить, что захоронение в Бакео – 5 братских могил, где покоятся останки 3,5 сотен советских солдат. Долгие поиски и исторические исследования принесли свои плоды. Личные данные 260 человек удалось установить. Военно-мемориальная работа в Румынии активно продолжается, власти страны в ней активно участвуют.